уехали. Ты помнишь хоть примерно, что там было-то у нас в игре? Да, по сюжету. Я говорю, что мы должны сейчас уничтожить вроде слониху, чтобы заставить нашу дочку плакать. Если дочка заплачет, то с помощью ее слез мы опять превратимся в людей. А мы ее родители плохие, которые как бы вот вели себя настолько плохо, что ребенок плакал, и из-за слез ее игрушки ожили с нашими душами внутри. Mm-hmm. Так, минуточку еще. Я прошу прощения. Сейчас потише, во-первых, игру надо сделать. А во-вторых, я вебку забыл брать. Аудиокарты, в которой можно это просто нажать и все, и потише сделать. Не. У тебя такая есть? Да, вот GoXLR хорошая. А, мне уже советовали, да, но пока что у меня ее нет. Я просто вебку по центру сделал. Ты это сделала? Молодец. Да, конечно, сразу. Ладно, ясно, это я дурак. Мафынка, может, мафынку съесть. А ну-ка, я буду за рулем. А, ты за рулем? А подожди. Я за рулем. А ты должен толкаться на машину дел... на ходу. Подожди. Не на ходу. Это же игрушечная машина, чего она тут ездила? А почему только назад можно? А ты, наверное, можешь оттащить ее назад, а ты отпускаешь, а она летит вперед. Нет? Как обычные игрушки вот эти вот все. Да! Дурак. Да! Не, а же мне понравилось. Может, еще хочешь попробовать? Давай. А, я? Давай. Точно, я не в ту сторону просто. Ага, да случайно, да? Там надо было в кольцо. Так, давай ты. Что тебя сбило, Маш? Ничего себе. Так, смотри. Только не так сильно оттаскивай меня. Поехали. Ура! Блин, что-то сделать. Тут все равно почему-то умираешь. Блин, ну ладно. Ну, наверное, это вообще не то, что нужно было делать. А вон, смотри, на корову. Да. А ну-ка. Погнали. Так. Ты когда-нибудь пробовал на такой корове удержаться в реальной жизни? Это просто жесть полная. Просто. То есть ты пробовала? Пробовала, и типа я продержалась секунд 10, наверное. Это очень сложно, правда. Так, ну давай попробуем здесь теперь. А я думаю, у меня бы легко получилось. Ну, может быть. Если у тебя много мышц, ты и легкий. Вообще, пипец, много мышц. Еще и легкий, да. Так, а что делать? На кнопки нажимать вовремя, это твоя тема. Это моя тема, да. Так. Так. Тьфу, блин, что-то легко. А мне очень сложно, я не помню, где эти кнопки. В смысле, блин, в АС, да? Я понимаю, что это в АС, да, но я все равно не понимаю, как мне пользоваться. Ты что, упала? Я очень плохо его кнопки нажимаю, вот так вот. Ну ладно, ладно. Так, а шо, нам надо наверх куда-то? Где вообще эта обезьяна или кто там? А, не подойдет. А, слон, слон. Обезьяна. Это наша дочь. Не-не-не, я имею в виду, кого надо уничтожить. Отец года вообще. Это что такое? Где обезьяна? Вот, это шо ты, смотри, сколько шариков. Нифига себе, нифига. Я хочу туда прыгнуть. Прям в шарики. Давай. Ой. Хорошо, что я не прыгнул. Так. О! Все, давай, ты иди по кубикам туда, вперед. Одну секундочку, я менее яркую свою вебку сделаю, все-таки слишком ярко. А я тогда поменьше свою вебку сделаю. А еще больше вебку можешь сделать? А то тебя совсем не видно, старидж. О, классики! А я не умею в них играть, я никогда не играла. Сейчас, подожди. Классики? Да. А я умею. Давай. А где они сейчас? Все, вебку поменьше сделал. Где, 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 где? А, вот это? Так подожди, как эти это? Мы маленькие. Мы не сможем. О, нет, что-то происходит, стой. Че? Да не, это вот смотри, вот сюда наступаешь, и вон кубики вылезают. Не отпускай, ладно? Да ладно, конечно. Давай еще раз. Так, давай, все. Поехали. Так, а мне-то чё? Ну так как обычно, я, блин, остаюсь где-то там. Не, теперь... нормально всё. Теперь тебе надо на цифру 5. Вот, точно. Так. Ой-ой-ой, чуть не упал. Да. А это что такое? А что? Хрущевка, ты покасилась, выпрямись нахуй. Подожди, стой. А, все. Вот все, поняла. Здесь еще кнопки. А что они дают-то?
Теперь зеленая. Угу. А что, она не сработала? Так, а тебе на контрол надо. Эй! Понял. Понятно, по таймингу, короче. Угу. Раз. Нет, что-то опять не сработало. Так. Вот тут по таймингу надо. Сейчас скажу. Раз, два, три. Так. И последняя. Раз, два, три. О, топич вообще кого. Так. Так, подожди, о, теперь давай, цифры. Нажимай, и у меня здесь высвечиваются цифры, да. Ага. Спасибо за переподписки. Цифры 6? А! Вижу. Да. Так, еще раз, где слон? А, все, вижу тоже. Блин, неужели мы будем его убивать? Я в это не верю. Так. Сори! Давай еще раз. Ну ничего, ничего, 1-1. А, сверху зацепиться за висюльку, ага. Здравствуйте. А это что за флаг? А теперь в нору лезем, крысиную. Том и Джерри. Да это что, реально крысиная нора? Мне просто интересно, в реальной жизни крысы также дырки делают в стенах? И живут где-нибудь там? Кстати, я такого никогда не видела, типа, что как в мультиках. Я тоже. И чё это? Да, все пишут да. Да? Ну, видимо, у всех в чате крысы дома живут. В стенах. Это у тебя крысы там живут вроде как. Ну, они у меня живут под окном. Прям и знаешь, много. У меня есть, типа, американские тоже знакомые, и все жалуются на то, что у них крысы были или есть. Ну, к сожалению, да. Оп. Блин, оп. Жесть сложно. Так, подожди, тут что-то я сейчас не понял. Что-то ой, запутано что-то реально. Так, дай подумать. А я смотрю, ты вообще, да? То есть ты как бы времени зря не теряешь сразу. Ну, типа, я надеюсь... О! А я пролетела, смотри. Что? Так, понятно. Надо просто в Dark Souls больше играть, там все так работает как раз. Давай, не выделывайся, он с первого раза все прошел. О, все, поняла. С первого раза, говорит, прошел. Да ладно, почему тебя туда перекинуло, а я должен опять проходить? Ага, так. Да. А чё такое? Dark Souls, говоришь? Ни разу не проходил. Полезай на свинью. На свинью полезай. Так, на свинью полезаю. Так. Найс. Ну и куда ты? Ай-яй-яй-яй! А, собака! Какая собака? Здесь не было собаки. Тогда что там, лошадь была вторая? Не-не, крыса. Ага. Оп! Так, давай на крысу. Опа. На лошадь! На крысу, крыса! На свинью! Ну-ну. А кто это? А, Мишка, Фредди! Да куда ты? Так, ладно. Еще разок. Весело. Ты, кстати, играл в новый FNAF? Не, я вообще ни в один FNAF не играла. Что, крутой? Я видела, как ты играл вчера. Я к тебе заходила. Ну такое, не, ну как бы... Так, нормально. Проблема в том, что я покупал за 3000 рублей, а через 10 минут она подешевела до 700 рублей. Лукерок. Так, чё там, кто там, свинья? И Мишка Фредди. Мишка Фредди. И все? Сейчас посмотрю. А, теперь тебе это надо делать. О, погнали. Ой, сейчас с первого раза. Ой, куда? С первого раза, ладно. Собака. Потом лев. Куда ты? Да ты ч... Господи. Баран. Да. Чё, жаба. Потом лев. Лев! Лев против. Так, а что такое, не понял. А, все. Теперь ты корову меня должна пустить. Опа. Изи. Вообще. О, это эти штуки, по которым мы как-то раньше считали сдачу в магазине. Счёт называется. Я так и не понял, как они работают.
Так, я знала об этом в детстве, но уже забыла. Там десятки, типа, сотые, вот это все. Ой. Плюс, плюс, плюс. Рекламный стрим. Да, я рекламирую Алину Рин. Да. А что? Да, она мне денег дала, и что? Не совсем понимаешь, что именно тут должно быть рекламой. Старую игру рекламирую. Да, игру года, ребята. У нас, блин, разработчики купили рекламу. А ты чего там? А я пытаюсь, вот. Так. А, нормально все. Нет, стоп. С кем коллаб? Не, ну, извини, конечно, я уже даже в названии написал, и все равно задают этот вопрос. Просто просрочкой. Не-не, я переименовал, написал Алина Рин. А, да? Ой, а чё я не схватилась? А почему она не хватается? Она ей. Не знаю, у меня все нормально. Галя, у нас просрочка. Полетели! Ноу читинг? Что? А ты играл в Little Nightmares, кстати? Да, да. Второй играл? Второй, да. 6 плюс 1. 0 равняется 6. Подожди. А 0 есть? Ой. А что надо сделать так? У тебя как с математикой в школе было? А вот, все нормально, смотри, мы все сделали. А 5 плюс 0 равняется здесь 5 плюс 5. Ну. А где еще 5? А где еще 5? Подожди, что за... 10 плюс 5 равняется. 5. А, вебка. Ну, сори, ребят. Смотрите, короче. Ай, похуй. Ой. Так, подожди. 0 плюс 5. Да что за... Да я не понимаю. Уж сложно. 0 IQ. А, подожди, может, надо пробежать? Стой, подожди. Ой. А, мы должны оба встать на раз... Все, я поняла. Ты на одну цифру, я на другую. Так, чтобы было 15, нам надо, например, ну. 8 и 7. Я на 8, ты на 7 иди. Давай еще раз. Что было 9? Так. Ты на пятерке стой, стой на пятерке. Да ты... Ла-ла-ла, все. Так, еще... Так, а чтобы 15 было, что надо? Нужно. На восьмерку иди, а я встану на семерку, наверх просто. О. А 8 плюс 7, 15? А, ну да. 60. Так, 11. Давай, 5 и 6 надо. Ну, а ты сможешь на, 5, на 6 прыгнуть? Да. Ой, таймер, да. Так, 3 плюс 2, например. А, тут что как? 3 плюс 2, например. А, ну давай. Весь ум стримеров. Так, подожди. Ну, на 5 и... Ну, на 6. На 6. Давай, наверх поднимайся, да. Ой, да я же... Я вообще в шоке. Так, 8, да? Ну, давай я на 1, а ты на 7. Понимаете? Не надо прыгать. Демонстрация ума стримеров. 6 и 4. 6 и 4. А, супер, молодец. Да блин, и долго это будет? Не знаю, может это не надо вообще делать? 16, ну типа... 7 плюс 9, да блин. А, блин, а что, с нуля что ли? Начинаем опять? 2 и 3, давай быстрее, 2 и 3, 2 и 3. А как, что надо 55 что ли дойти? 16, ну 9 и 7. Да что ж такое-то, а? 13. 5 плюс 8. Да, Кухис, я на 8. У меня сегодня день рождения. Не мог бы ты меня поздравить? О, о, ну наконец! Ты. Слушай, это что такое вообще? Нет, какие-то задачки. Этот... На логику. Блин, я не запомнил, я чат читал. А что надо? А вот теперь надо отгадать, где это что-то было. Короче, чат. А, я помню. Вот. Стой, стой, стой. Что? Стой, подожди, не делай ничего. О. Оранже исчез. Оранже. Так, здесь... Ого, ничего себе. Ля какой. А чё он такой довольный, блин? Ну, как ты думаешь? Так, через. А вот баклажан и баклажан. Так, здесь что?
клубника. У тебя там клубники не было? Нигде? Вот где-то здесь. Ага. О, отлично. Так. Люта. Открывай давай, что у тебя там. О, отлично, через здесь были. Так. Нифига у тебя память. Так. Бананы. Банан. Блин! Короче, все, ну мы не проиграем всё, наверное, уже точно. Вот здесь банан. Давай, открывай, да, открывай. Наверх. Фу, открывай, открывай. Вот это. Так, а здесь у нас что? О, это обводить точки. О, нет, математика. Давай, бери Е. Давай, нажимай. И чё? И поехали. Вот, подожди. А как вот? Соединить? Да. Вот так. Теперь наверх, 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 наверх. Ага. Теперь наискосок наверх. Выше, 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 выше. Так, теперь вниз. Вниз. Наискосок. Вниз, вниз! Так, наискосок вверх. Выше, 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 выше. Так, тихо, так, тихо. Направо, вниз, 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 вниз. Да, налево и вниз. Вниз, вниз. Ой, а тут сейчас так сложно будет. Это ну, тебе надо налево, налево. Так, ага. Во. Наискосок вниз. Ага. Блин, у нас времени заканчивается, мы вообще с тобой. Быстрее, все вниз, давай, поехали, поехали. Всё. Так, сюда. Ага. Так, вниз на 14. Ага. Так, наверх на 15. Так, на 16. Мы должны 17. Успеть. На 18. 18, быстрее. 19. Сука. Вниз. 20 вниз, да. Чуть-чуть наверх. Наверх. Еще вверх. Отлично. Так. Вверх, 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 вверх. Направо. Давай, 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 давай. Вниз! Вниз! Налево! 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 Чуть -чуть. Наверх! Фу! У тигра нарисовали. По-моему, это был кот какой-то. Ой-ой-ой. Мы успели, а в нас не верил наверняка кто-то. Чат, вы верили, нет? А, это кот? Окей. Кит. Так, а здесь что у нас? Пипец, тут уровень, одни какие-то задачки на логику, блин. Издеваются, а. О, крыска, а я уже к ним привык. И что происходит? А вот, смотри. Подожди, чё? Так, она сыра хочет. Я тоже, я от сыра не отказалась. А где сыр? Так, а вот это что? Вот тут надо что-то нажать, смотри. А, слушай, с другой стороны ты, и мы должны шар катить. Но чтобы шар открылся, нужно, видимо... О, у меня... Быдло, ты ебаный. А, он открылся. Ёбаный сыр. Боже, Алина Рин такая зайка, очень хочется, чтобы... Блин, мы должны с вами ногами двигать его налево. Иди чуть-чуть, иди ко мне, чуть-чуть ко мне, чуть-чуть. Нет, 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 так сильно! Обратно! Между пальчиков хочу, чтобы она села мне на лицо. Хочется ВЛ. Так, донат у меня тут очень интересный прилетел про тебя. Да-да-да-да-да-да-да-да! Так, блин... И сейчас вниз, сейчас вниз, сейчас вниз. Вниз! О! Так. Налево, налево, налево! Не-не-не, наверх, наверх, наверх! Наверх. Вот так вот, ага. И направо, ага. Во. И потом жизнь налево. Какая. Мастера кооператива. Лол. Да шо ж вы? Подожди, а вот тут что-то... Ну как, вниз? Ну тут легко. Левее. Алина, рада изи вообще. Тебя. Всем писай хорошего стрима меньше, муж чем будет при. Довольна. Оп! И прям в дырочку, отлично. А, теперь здесь. Ой, а тут сложнее, кстати, тут вообще... Сейчас разберемся. Ну и донаты, конечно, мне приходят здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё, там опять ругаются? Не-не-не, про тебя пишут. Чего пишут? Мне кажется, ты не хотела бы это слышать. Не, конечно, я могу зачитать. Не, я, конечно, могу зачитать. Не надо тогда. Точно, уверена? Ну ладно, так, погнали. Не, ну если ты очень хочешь. Так, вниз. И налево. И наверх. Не надо, ну. Блин, а здесь, а там доска будет сейчас справа. Так, подожди, надо чуть-чуть, надо вот так чуть-чуть, наверное, вот сюда. Отлично. Да-да.
Наверх и левее. Наверх и сразу влево. Ну, почти сразу. А! Все. А где он? А он не перелетел. А, не-не-не-не, все. И теперь надо вытолкнуть для крысы. Так, а подожди. Сейчас крыса с цепи сорвется просто. А где он? Подожди, он вот на этой штуке, смотри, вот. О, и я там стою. Ку еще раз. Так, бедная крыса, блин, все равно свой сыр не получила. Опа. Шо, сыр хочешь, да? А ну-ка. А сыр-то не настоящий. Да и крыс тоже. Так, и чё? О, прикольно, как спецагенты какие-то. Так, что дальше? Быдло, ты. А вот теперь по очереди. Ты шо? Сегодня у меня с девушкой годовщина. Поздравьте, ПЖ. Очень сильно люблю Марту. Поздравляем с годовщиной. Кого-то там. А, чего это я сразу улетела куда-то вообще? А это я, походу, надо было мне. Ну и чего ты? Ну и. А тут мне донат пришел прямо сейчас. А, и тебе тоже донат пришел. Да. На. Ну, надеюсь, не о том, как кто-то хочет меня связать. Что? А зачем ты? А что ты сделал сейчас, скажи? Я не знаю! Мне надо куда. А, я понял, смотри. Кто-то хочет меня связать? Да. Жесть. А, нет, кто-то хочет, чтобы ты кого-то связала. А я кого-то, я не буду. Да, но у меня в донате. О! Так. Бэ, а мне нравится этот уровень, он прикольный. Я люблю такие штучки. Это вообще что такое? Как и дети. Двух лет. Так, и чё? И все, мы идем, просто бежим. И чё дальше? А чё? И все? Я не понимаю. А что щелкает? Они... Они закрываются постепенно, и нам надо успеть забраться наверх. О, понятно. А я тебе зеленую держу, попробую по зеленой. Вот попробуй просто по зеленой дойти до конца. Не-не-не, смотри, я объясню, как работает. Ты идешь по зеленой, я иду по желтой. Все, погнали. 3, 2, 1, поехали. Мы должны вместе бежать. Как работает. А как? Я не смогла оттолкнуться. О. Да... Да куда? Да что за... Так, понял. Ой! Получается? Да, у меня получилось. А как? Да ты чё? Я сейчас вообще... Гамбаре, гамбаре, сэмпай, гамбаре, гамбаре. Гамбаре, гамбаре, сэмпай, гамбаре, гамбаре. Тебе что, задонатили очень много денег и заставили это сделать? Нет, это значит постарайся, постарайся, сэмпай. А, я думал, у тебя там есть какой-то определенный данный. Нет, это кричалочка, это кричалочка. Гамбаре, гамбаре, сэмпай. Ну смотри, зато у меня сразу начало получаться. Да, о. А это что такое? И что мы сделали? Открыли ворота, спасибо за переподписки. Опять. Ну да, типа. Проходим на следующую локацию уровня. Pull my... Чё? Finger? Ой, и он сразу пёрнет, наверное. Вроде так работает. Сейчас я не понял, у меня это слово ассоциируется с другими вещами просто. Really? Так. Оп! Мы что-то надуваем. А, я понял. Подушку-пердушку. Это смотри. Тебе надо встать на эту подушку. Давай. Не-не-не, просто давай, не прыгай. Что с тобой сейчас было? Просто стой. О! А-а. Ну и чё? Так. И шо? И на вторую подушку-пердушку мне надо, короче, после этого. Быдло, ты ебаная, блядь. Давай. Алину Рингитман ебет в жопу. Так, давай. Угу. Попасть на нее еще. Так, давай, 3. Эй, давай. Ты че так рано-то? А подожди, эй, ты же могла и так, в принципе, сразу с той подушкой. Не могла. Да я как пыталась. Не могла? Не могла. Реально? Да, окей, ладно. Я попробовала.
Я не ту кнопку нажала, прости. Зато сейчас проверим, давай сразу на ту вторую подушку иди. Я пробовала так... А. Чё, блин? А нет, я даже сначала разверну платформу! Платформу надо сначала развернуть. Ну тогда полетели. Так. Так. Прыгаю. Твою... Нет, рано, еще раз. О, хорошо. Не торопись. О, отлично. Все. Так, теперь моя очередь. Что там так происходит? Ага, понял. А, все, поняла. То же самое. Да. Угу. И... А, о. Опа. Так, повернул. Давай. Подожди, подожди. Подожди. Эй, ладно. Давай. Найс. Угу. Супер. Шифтом перелетай. Угу. Так. Прыгай, шифт нажимай. Все, вот. С первого раза. Я молодец. Ну и ты тоже, да. Нифига себе. Сколько шариков. У меня в детстве таких шариков не было, которых вот можно было купаться, типа как в бассейне. У меня тем более не было. У меня юла была только и это... Не валяшка, а игрушка это. И сейчас и больше... типа в каждом торговом центре есть такие. О, это что, акула? Тебя акула съела? Откуда там акула вообще? Так, вот это вот что это такое? Ну-ка. О, Казиныч! Все понятно. И что, мне выпало? Нашел. Мне X3 выпало. Че, дэпаем? А, все что ли? Подожди, что мне это должно дать? А что такое? Что происходит? Ты что нажала? Что за звук? Мне страшно. Я кручу, кручу. Вот а, ты вот выключила шарики. А, ну да, нам так и надо было. Все, поехали. Слушай, а ты уже ела американские гамбургеры и бургеры крутые? Там же, конечно. Лучше всего на свете, нет? Ну, тут, смотря в каком заведении. Ну, есть тут одно место, ресторан очень такой прямо... А как называется? Ой, я чё-то не помню даже. Все равно за рекламу никогда его не заплатят. Ну, если только не станешь американским стримером. Я не помню, как называется. Не, ну как, подожди, думаешь, наши зрители не смогут в Америку попасть? Ой, ну ради маленького процента зрителей, мне кажется, они... А я жадный, да. А я правда не помню, как он называется. Не, Макдональдс... Не. Как бы... Здесь Макдональдс это вообще, типа... Так, мы должны нарисовать... Опять рисовать? Что, письку рисуем или нормально все будет? Ну, конечно, письку. Подожди. Что, кривая какая-то? Вверх. Странная писька. Какая-то квадратная получилась. Во-во-во. Ничего себе. Блин. Во! Что это? За мной не видно. Ну, в принципе, нормально пойдет. Так, а подожди, а задание-то какое? Или это так просто? Это все задание, которое было, я так думаю. А, то есть это нам вообще не нужно было делать, что ли? Нужно, ты чё? Не, рисовать, я имею в виду. Это самое важное, что было. А. Кикнем Вову из квада, я за. И сделаем Алину шефом. А чего ты там это? Ты где прыгаешь? А ну-ка я давай. Я здесь удаляю лягушки. А? Эй, мэй, come here. Ща, подожди. Ну вот и вот доигралась. О, какая свинюха милая! Смотри, какой поросенок! Ему можно монетки засунуть в задницу. Давай кормить его. Он такой жирный, хочется еще больше накормить. Я когда Антош увидел впервые, то же самое сказал. Да, это друг мой. А. Он теперь радуется. Какой хороший. Я ему сейчас на пузо прыгну. Не надо. О, нет! Он убил его. Я думал, что я просто типа, ну, блин. Он был такой милый.
Ай-яй-яй. Все вы мясоеды такие. Моргни, если нравится Алинка. Так, а что происходит? Иди сюда. Блин. Иди сюда. Вот здесь надо. Так, ничего. Я не знаю, все, сказка. Вау, как весело. А в чем смысл? Поехали. О! Подожди, бейте по своему мячу, чтобы заработать очки. А тебе надо что? А, тоже что? Почему-то вспомнил, как Шевцов говорил, что у тебя с Алиной Рин были бы красивые дети. Дурачков надо на всех осуждать. А чё нажимать-то? Эй! Чё за фигня? А чё... Чё за... На! Да пу, ёп! Да блин! Да я тебя победю. Nice. Да ладно. Так. Ладно, пойдем. Так уж и быть. Классный контент делаешь. Смотрю тебя уже на протяжении года. Ага, спасибо за донат. Как там в Нью-Йорке? А ты слышишь, что ли, тоже? Просто интересно. Подожди, тебе задонатили, что ли? Не, просто мне задонатили. Мне 16, если каждый раз, когда мне приходит донат, ты говоришь, спасибо за донат, как будто ты слышал. Нет, просто и мне, и тебе донатят одновременно. Вот мне Сникс задонатил 150 рублей, говорит, привет из Сибири, здравствуйте. Я тоже когда-то был там. А тебе что? А у меня все донаты такие. Ты после рекламы сушеных насекомых в качалку подалась? Как прагматично. Чего? Вот, и у меня все донаты такие, ты понимаешь? Все! Я не понимаю, почему! Я не понимаю, почему! Не, ну у меня нормальные донаты, типа, вот, боже, Алина Рин такая зайка, очень хочет, чтобы она привязала меня к раскладушке, я стану ее... так, тут слово такое... Начну... Так, ладно, дальше не важно, что он написал. Потом, привет из Сибири, классный контент делаешь, смотрю тебя уже напряжение года, кстати, как там в Нью-Йорке, просто интересно, как человеку, проживающему в России. Один в один мои донаты. О, спиннеры! Это же спиннеры, которые купила Роуз. Да. Они же только крутятся. Ага, в реальном мире так и есть. О, мы на них летать будем. Как я понимаю. Ну, стоит попробовать. Ну, давай. А, блин. Вот что надо было делать. А что я падаю? А что так сложно? Ничего себе. А ну-ка, полетели. У-ху! Бум. Так можно было? А-а-а, все, я понял, короче. Вообще изи. Сейчас тебя шариками собьет. А-а-а, через шарики нельзя, ну логично. Куда? Так, а это что? А, и чего? Так, у нас тут... Спасибо, ребят, за переподписки. Чуть попозже всех перечислю. Куда? Да. Так, а теперь-то что? Я что-то там покрутил, а надо еще... А-а-а! Ты где? Видишь, куда я смотрю? Там да. Вон, видишь, есть этот вентиль. Вон справа от тебя. А, поняла. Вот тебе надо его крутануть. Все. Так. В другую сторону, походу. Так, и что-нибудь происходит вообще? Ну, по идее, должны шарики перестать сыпаться, не? Красные теперь шары надо убрать. А, то есть где-то еще вентиль должен быть. Красный, да. Вон там. Слева. Слева? Угу, вон он. Давай ты. Не, этот я уже крутил. Вот здесь, вот, все, я нашел. А-а-а. Ага. И все, это последнее. Да ё-моё. Спасибо за донат. Привет, Алина. Я хочу поцеловать в твои мягкие губы, крепко обнять и заняться страстным сексом. Да-да-да, спасибо за донат. Мне очень одиноко. Жду тебя у себя в хате. Согрей меня своим телом. Не, я читать такие донаты не буду. Ты не рад донатам?
Не, я рад донатам, но, знаешь, всякие бывают донаты тоже. Как ты вообще туда долетел? Да, я не знаю. В смысле, как? Ты чё? Вообще легко. Опа! Оп! А прикинь, я хотела на Новый год сходить на елку. Ты в детстве когда-нибудь ходил на елку? Конечно. Подожди, а какая именно елка, которая в городе, когда на тебя, площади? Когда тебя забирают от родителей, типа там с Дедом Морозом какие-то... А, не. Не, я наоборот боялся Деда Мороза. Короче, сейчас таких елок вроде уже вообще не существует. Сейчас типа только елки там, когда ты как в кинотеатре сидишь и смотришь на сцене представление и все. Ужас-то какой. Ну, это неинтересно, я считаю. Отстой, да. А у нас, я помню, в детском саду было выступление, там, елка, Дед Мороз. Дед Мороз очень громко и страшно бегал вокруг елки. Я помню, мне тогда очень страшно стало. И я чуть не заплакал. Он еще так топал, блин. И он как-то, я не знаю, короче, вообще. Он еще такой дешевый был, Дед Мороз, сразу видно было. Дешевый директор сэкономил. Дешевка. Ну, он босиком бегал еще. Я такой думаю, что происходит, блин. Ты уверен, что это Дед Мороз был? Да, это был Дед Мороз. Но он больше на бомжа был похож, конечно. И вот после этого у меня что-то все детство, я боялся их. А еще они постоянно требовали рассказать им какой-то стишок, а я ничего не знал. И поэтому я всегда такой думал, блин, может он не будет ко мне подходить? А что такое-то? А, все, я понял, что надо делать. Надо вот сюда. Быдло! Так, ну этих дедов. Блин, да заебал! Я взял подушку-пердушку и устроил... Что за донаты, ё-моё? Хочу, чтобы Алина Арина обрезала моё ушко. Что происходит, Рили? А тут все донаты про тебя, чтобы ты понимал. Пара из вас замечательная будет. Это, конечно, круто. Ниже 26. Хесус меня проигнорил. Задоначу тебе и попрошу поздравить меня с днем рождения. Келлерман, с днем рождения! Келлерман, слышь, ты чё, вообще офигел? В смысле? Ты не поздравил его с днем рождения, когда он попросил? А там был важный момент сюжета, он приходит, блин, день рождения свое справляет. Келлерман, ты офигел? С днем рождения. Так. Это что, это арбуз, что ли, вот эти дырки? Ай-яй-яй, все. А я как раз арбуз сегодня купил. Нифига себе, он в своей Америке арбуз жрет. Да. Люблю арбуз. Мой самый любимый... Моя самая любимая ягода. Смотрите, какой умный ваш стример. Да, да, я. Арбуз это ягода. Ну, а еще в целом. Как фрукт. Все, я полетел, а ты там дальше. Я почти тоже. Держи в курсе. А вы не завидуете. Я поздравляла с днем рождения. Вы не завидуете, чат. И что, вкусно арбуза? Ну, не, ну не самые, конечно, вкусные, но пойдет. Я, знаешь, я без шуток замечала в Америке такую тему, что там еда очень красиво выглядит иногда, например, салат какой-нибудь, да, там с рыбой, там, или, ну, не знаю, с чем-то другим. Так. А на вкус такое чувство, что это какая-то не настоящая еда, то есть она какая-то искусственная как будто бы. Понимаешь, о чем я или нет? Понимаю, да, но... Я не раз такое слышал. Смотря какой магазин. Я просто в Ташкенте покупаю продукты. Серьезно? Ну, так магазин называется, Ташкент. И там такие, ну, более натуральные продукты, что ли. Выглядит это... просто реально, знаешь, как суперздоровая пища, а по вкусу как бумага какая-то. Да нет. Я что, я покупаю там рис, курицу, бывает говядину. В Америке фермерские продукты покупают часто. Жизнь похожа на калейдоскоп! О, нет! Чего у тебя там упало? Я думал, ты в игре, блин. Озвучка такая. А, продолжим наше путешествие. Блин, опять эта книжка. Надо наладить отношения, уху-ху. О, у меня была эта игрушка в детстве. Вот эта хрень, куда смотришь, и там вот это вот. Короче, нормальная еда в Америке, это фермерская. Слушай, да в принципе нормально тут еда, если в русских магазинах покупать. О. Ты живая? Да, очень красиво. Калейдоскоп, да. У меня был такой. У меня до сих пор есть. Вот видите, он... Что такое? Да что происходит, что крутится все. В мое детство не приходилось употреблять различные вещества, чтобы увидеть подобное.
Достаточно было купить эту игрушку и все. А сейчас такую фиг найдешь. Блин, а что происходит-то, я не понимаю. А! И чё? А, что это такое? Так. А это калейдоскоп, он и есть, да. Не, я понимаю, но тут просто мы наступаем, и что-то вот под ногами это самое меняется. А дальше... А! Ага, понятно. Так, и чё, ты понял? Ты понял что-нибудь? Не-а. Вот пытаюсь так, понять. Иди. Ну-ка. Мы умные. Мы должны все сделать. Линию надо сделать? А, да? А какую линию? Ну-ка, вперед. Вперед, вперед, вперед. А, я понял. Сюда. И, налево, 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 налево. Не-не-не-не-не, налево, на... туда. Туда, туда, а. Туда, налево. Ага, все. Понятно, да? О-о-о, ни хрена себе. Вот твой чат умный. Ты подожди, в смысле чат? Это я догадался. Конечно. Не, я серьезно, я просто увидел две пустые и все. Ага. Теперь здесь также, вон туда, вниз. Нет, вниз. Да. А, вон поняла. Тут. Ага. Видите, я же догадался. Все. Ну да, да. Молодец. Только тут какой-то калейдоскоп вообще длинный. О. Ты, кстати, смотрел нового Человека-паука? Не, еще не смотрел, ты смотрел? О, да. А у вас есть с русскими субтитрами, типа, какие-то кинотеатры для русских? Не-а. Ты на английском смотрел? Ну да. О, смотри, что за жесть? Что такое? Еще ну теперь отсюда, теперь вид сверху, вот так вот. Хоп, змейку построили. Быдло, ты ебаная, бля. Я девочка КСТА-КХХ. А, Киллерман, это вообще девочка. Келлерман. Келлерман. Откуда это Келлерман? Я не могу вспомнить. Это же персонаж какой-то. Келлерман, Келлерман. Персонаж? Да. Чат, помогите. Атака титанов! Да? Атака чего? Титан? Побег? Агент с побега. Побег с тюрьмы, что ли? Я помню этот сериал. Прикольный. А, да, точно, я вспомнил, там был Келлерман. Да, был точно, да, который убивал всех. Разве? Ну, как он, Келлерман, да. Не, там прикольный чувак, Тибэк был. Если мы про этот сериал говорим, конечно. Да, Тибэк, да, был клёвый. Так, ну, а что такое? Да не, нормальный чел. Не дергай, пока вот не поймешь, что делать. А, я понял. Вот стой! Обратно. Обратно. Стой. Ага. Ага. Все, стоп. Так, теперь. И чё? Подожди, стоп. Я могу на такую музыку. А-а-а! Ну вон у тебя синяя, ты же сможешь на нее как-то. Да. Ну-ка. Вот видишь? Давай, запрыгивай. Киллерман. Прикольно. Желтый теперь. Да, теперь желтый. А вот на розовую, вот смотри, вот, да. Давай, пролетай шифтом. Так ты подвинь. Да куда подвинь, смотри, обратно, посмотри в другую сторону. Чё? Ну так посмотри на мой экран. А-а-а! Тут еще одна розовая. Уу! Так, и чё теперь, куда тебя вращать теперь, интересно? Туда. А, вон туда, ага. А, на синюю, наверное, да. Все. Желто-синий. Оба. Угу. И я иду по желтой. Ля, как бегает. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А тут-то че? А, ничего. А подожди, еще что-то надо? Сейчас я тоже поднимусь наверх. Ну вот я что-то двигаю. А, понятно, тебе это надо вдвоем. Почему не озвучиваешь его крики? О, какие крики. И главного героя? Зачем? Что происходит? Я не знаю, это вообще странный уровень. Мания. Вот, все, это должен быть конец. Молодец. Ломака, 10 подписок подарочных, ничего себе. О, кажется, меня сейчас тошнит. Ты
же кукла, Коди, тебе нечем тошнить. О, ой, боже, что это из меня вышло? Это глина. Глина? Вышла. Фу, блин. О, смотри, слониха. Как во имя всего мы туда заберемся? Надо просто сначала попасть в какой-то волшебный замок. Замок? Который я построил, кстати. Ты построил замок? А. Да, это я построил, ага. Да, вот так. И штука, что стоит вон там, доставит нас прямиком к нему. Уверен? Да, я уверен. Молодец. Ой, ладно, попытаюсь. Келлерман, это фамилия чела из манги. Ага. Келлерман, это я, короче. Молодец. Так. Че? Надо поднять, наверное, шлагбаум. Слушай, логично. А вот только где его поднять? Ну-ка. Не. Подожди, наверное, надо зайти в будку. Ой! А в будке стоит... О, это же копатель онлайн. Чел-ископатель. Ставь его на... Туда, вон, вниз. Он должен быть... Че? Проводником. Не, подожди, вот сюда, типа? Мы должны всех рабочих расставить по своим местам. Вот этот дядя переводит, переводит пути. Так, его ставим сюда. Оп. Да. Твой дядя, что он делает? Он целуется. Он целуется почему-то. Подожди, мы точно... Мы должны поставить рабочих на свои места, чтобы мы смогли проехать. Так, ну это явно он не в том месте стоит. Наверное, здесь. О! Ты чё? А, всё нормально. А я нашла этого мужа её. А где они должны целоваться, интересно? А вот тут, подожди. А попробуй его сюда поставить. А чё они все целуются-то, а? Их надо поставить рядом друг с другом, чтобы они целовались. Ну, на две платформы, которые рядом будут. Слушай, для этого, может быть, надо перевести что-то? Хз. Так. Чё-то я не понимаю. Оп! А, ну тут вот еще сюда. А, вот здесь еще один есть. А что ты там ешь, расскажи, кроме бургеров? Я вообще бургеры типа, здесь... В чем отличие твоего питания в Америке и в России? Слушай, нет, здесь я просто покупаю продукты и готовлю сам. Там курица, говядина, рис, гречка. Так, то же самое, что и в России. Зачем ты поставил ее на край крыши? А потому что я взял вот этого, видишь, у меня в руке другой уже. А, я поняла. Гречку? Гречку. Гречка топч. У матрёшки! Чё-то я не понял вообще. Гречка вообще супер вкусная и полезна. Ну тут гречку не любят. Поэтому она продается только в Ташкенте. Ну конечно, только бургеры любят, наверное. Да ничего. Чего же американцы едят? Слушай, ну я вот... Не знаю, у Дизи надо будет спросить. Ну, но это видишь, все... На улице они наверняка жрут что-нибудь. Это стереотипы. Нормально они идут. Они, конечно, любят иногда, может, что-то свое американское попробовать по типу бургеров. Но в основном нормальная пища здесь у них. Угу. Дома, по крайней мере. Говорят, что гречка очень полезна для мужского прибора. Реально? Я не знаю. Тебе виднее. Ну, не знаю, не знаю, наверное, да. Так, а рис? А рис? Японцы едят рис, наверное, не очень полезно. Ну, я не знаю, как они с приборами. Ой, ёп, упал. Хотя ты была в Японии. Я не видела мужских приборов в Японии. Да, ну ладно. Не, ну я слышал, конечно, всякое, но... А, самолеты еще, так. Оп! Так, чего? А я тоже должна, походу. Что происходит? Ну, понятно. Я ничего не понимаю. О! Что мы должны сделать? Я не знаю, я, блин, летаю просто. Это, видимо, какой-то прикол.
Налево. А, мы должны залететь к этой... к, к слонихе. Чего? Не. Вот реально? Дырку, вот, вот налево сейчас. Вот сейчас... Стоп. Вот сейчас налево. Так, а как? Типа... Тут же нельзя им управлять. А нахрен тогда летать на него вообще? Вот я могу как бы в твою сторону. Фигурки поставить правильно. Но куда поставить эту влюбленную пару, я вообще не так не поняла. Чат, вы умные или нет? О, это, ну конечно, ага. Нет, чат не умный. И они бы уже подсказали. А так они тоже нифига не понимают. Так, и шо? Надо подумать. Вот еще можно по этой штуке прыгать. Сначала работников, говорят, поставьте. Так. Ну вот этот переводит, все правильно. Этот тут батарейку, что-то должен с батарейкой делать. А этот свистит. Чё-то я не понимаю. Так, а свистеть-то он здесь должен или где? А? Свистеть-то он тут должен, правильно? Ну да. Этот здесь стоит, а батарейка вот эта вот, это где вообще? Со свистком на КПП. А где ваши КПП? А как переводится КПП? Контрольный пункт, что-то там. Или как? Я не знаю, я не помню. Вот! А это что? Контрольно-пропускной пункт. А вот батарейка не понятно, что с ней делать. Так, А где я влюбленный-то? Они чё? А, ничего, блин. Подожди. Я на крыше оставил, на краю крыши. Я не знаю, что ты пытаешься добиться этим. А что им еще остается делать-то, когда мы не можем пройти? Только на краю крыши стоять теперь. Романтично что. Они на звезды смотрят, ребята, а вы о чем подумали? Так. Как в этом бойцовском клубе. Ты смотрел бойцовский клуб? Да. Помнишь, как они там в конце стояли в башне? Под песню? Да. Да. Where is my mind? И там все потом. И все. А, что? У меня в чате забанили перемочим человека. А, смотри, я поняла. Опа. С канала братишки. Этого пацана. О, пацана? А. Подожди, она изменила с этим, с чуваком вот этим вот. Она ничего не делала еще. Подожди. Она поцеловала его, поцеловала. Нет. Да. А, вот. Фу, понятно. Магия. Все с ней понятно. А теперь вот этого дядю со свистком туда, в домик. Угу. Так. Или нет. Все, да, теперь смотри вот на эту вот штуку. Круть. Так, и что? Е. А, е. Ничего себе, полетели, блин. Ух ты, как красиво-то. Динозавры? О! Это прям как это, Диснейленд есть. Динозаври! Где там, в Калифорнии? О, лава. Земля до начала времени. Ничего себе. Очень круто, очень круто. Бамс. Ну в смысле, ты, Каппа? Спящий динозавр? Что случилось с твоей дорогой, ведущей прямиком в замок? Я не клал что-то там. Неважно, давай просто постараемся рассчитать дорогу. Расчистить. Как? Расчитать. Может быть, вот он нам поможет? Какой интересный динозавр. Прикольный. У него даже сумка есть. А кого любил в детстве больше всего? В смысле, в плане? Динозавров, рыцарей, там, каких-нибудь еще. Так. Да у меня не было никаких игрушек, ни динозавров, ни рыцарей, вообще типа ничего. Типа там в журнале ты мог увидеть что-то такое, о, динозавры, хочу, типа, все знать про динозавров. У меня брат, например, фанател от динозавров. Я фанател от Жан-Клод Ван Дамма. Ну, как видите, я таким, конечно, не стал. Все впереди. Мышцы я не прокачивал, но мозг прокачал жестко. Прямо так. Как Ван Дамм. Ну да. Надо с этой башкой динозавра что-то делать. Расчистить путь. Вон смотри, сверху висит, смотри у меня, я показываю. Вот это вот яйцо какое-то непонятное, хавай его. Ага, он его не хавает. Не хватает, да, длины шеи? Тебе надо запрыгнуть, походу, на динозавра. Сейчас разберемся. А ну-ка.
Не-не-не-не, на моего динозавра. Так я уже пытался, ты убегал все время. Так. Может, на голову? На голову, на голову. Не? Да как я тут запрыгну? Не, не могу. А что ж такое-то? Я что-то вниз должна делать, точно. А, стой, стой, стой! Подожди, что происходит? Не дергайся, стой ты, прекрати! Жопа, повернись к лабиринту. Че, какому? Жопы, разверни меня к лабиринту. А, ну. Вот так. Это? Ну да. Да не, ну. Было бы слишком просто. Не, это было бы слишком тупо, я считаю. А вот! А! Косточка! Давай! Сбирайся. Иду, иду, иду. О, понятно. Я случайно. Так. Сейчас. Не, ну динозавры, конечно, прикольная тема. Я помню этот фильм «Парк юрского периода». Да. Да. Вообще мне нравилось Том и Джерри. Том Они Джерри какие-то кайф. Динозавры. Мне сейчас нравится. Но мне всегда жалко было кота. Я хотела, чтобы мышь разорвали на части. Ой-ой-ой. Вот какие мультики надо запрещать, блин. Том и Джерри. Видите, какую агрессию вызывает у детей. Чё а ты чё? Сделаете? А ты чё? А с другой стороны зайди, зайди с другой стороны, смотри. Видишь, с другой стороны там кость у меня на экране. А короче, вот сюда вернись, вот сюда, вот на эту, ой. Вот, вот сюда, вот. Вот, вот. Ну вернись-то обратно. Так я не знаю, как слезть. Так а не надо слезать. Стой, куда ты? Ты кнопкой вот-то, это же кнопка. Вот, все, стой, пробел. Так. И вперед. Подожди, не понял сейчас. А, понял. А, понял. Давай еще раз шлепни. Все, да, иди. Ты что? Че? Как? Я же даже не задел. Так, теперь. Не, ну тут ты без меня вроде должен справиться. Или он не прыгает у тебя? Не прыгает. Так, ладно. А-а-а! Оба. Опа. Нормально. Так, теперь здесь. Наверх меня. А. Дело сделано. Угу. Блин, и что дальше? А фак. Дальше вот. Не. Чё не? Походу надо обратно меня. В смысле? Ну видишь, я должна долбануть еще раз, чтобы эта буква Т перевернулась обратно. Фу, блин. Да, короче, спусти меня вниз. Давай. Так. Сейчас, вот держи эту штуку. О, теперь наверх. Ага. Так, теперь вперед. Оп. Так. Вперед, вперед. А! Зачем? Подожди, мне же надо внизу нажать. Вниз. Ага. Да. Ага. И чё? А ты не сможешь. А, сможешь с той стороны. Вон, а! Правее, правее, правее. Ага. Капец, динозавром быть так круто вообще. В смысле? А, там блокирует костяшка какая-то. Чу, блин. Ё-моё. А что тогда делать? А вот еще раз ударь. Понятно, да? А. Так. Так, не понял сейчас. А что такое? Хотя, стоп. Да не, подожди, что-то я нифига не понимаю. А может быть надо и здесь тоже? Вот здесь я наж... Я не вижу с твоей стороны. Когда напрыгать, держи одну из платформ. А-а-а! Все, спускай меня вниз. Да, все правильно. Иди платформу теперь. Во!
А теперь обратно ко мне. Забирай меня. Поднимай, поднимай меня. А, да? Ты уверена? Окей. А как тебя подниму? А. Блин. Черт. А что-то я вообще не понимаю. А нет, теперь должно... Я поняла. Надо было другую платформу держать, походу. Что? Подожди. А ну еще раз, а ну-ка еще раз, а ну-ка еще раз. Надо... Долбани, долбани. Держи зубами эту. Давай. Так. Вот и все. Все. Ой. Ноль IQ. Не, я вас уверяю, на стримах ты просто тупее в 10 раз становишься, чем в жизни. Да, да. А они этого не понимают. Вы видели, как мы считали цифры? Это просто кошмар. Просто это вы, чат, вы нас отвлекаете. О, господи. Так, подожди. Что? Понятно. Блин, я думал... Эх. Да что? Я помочь хотел, блин, пониже чуть отпустил. Не надо. И чё? А, ну и все, и все, я должен успеть, смотри. Все. Так, теперь сюда получается и вниз. Игра года. Это игра года, да. А вы с этим не согласны, что ли? Я не пойму. Да прикольно, мне нравится игра. И мне нравится. Так, тут осторожно, вниз прыгай. Ну почти. А я сказал. Так. Да. Нет, тут надо прыгнуть. На пробел и... Ставки надо. О! Подожди. Подожди. Я должна зависнуть на левой стене, походу. Ага. Так, а здесь наверх. И теперь ты нажимаешь вот эту, и... а я что делаю? О, и все, и взрыв сейчас... А, не, она просто уйдет. Она проснулась. Sorry, Mr. Dino, I don't think personal. Дина. Мистер Дина. Ого, чувак. Может, пожрёшь жвачки? Да. Мятный. Поехали. Ой-ой-ой. Юрий Леонов, спасибо за подарочные подписки. А тебе дарят подписки? Ну, иногда. Ты мне даришь подписки. Я? Да. Так, я не понял, что... А ну-ка, Алине тоже подарили подписки, блин. Ничего себе, что происходит? Это к тебе, ну, знаешь, как дорога страха. А я не был на таких аттракционах. Хо-хо-хо, смотри. Эй, Мэй, иди во второе. А. Колесо, да, сейчас мы... Это сейчас опять корабликом управлять. Мне подарили. Да ладно. Броктус. Броктус, ты че? А мне? Спасибо. А сколько подарил? 5. О, ясно. А мне 10. О! Кракен. Шляпа это еще пиратской. Да это просто дурацкая игрушка. Ну да, верно. Ага, конечно, да-да. Ничего себе. Ну все, поехали. То есть нам сейчас с этим кракеном воевать. Я так понимаю, это босс. На. О, башни сбиваем с этими. Налево. Да-да-да. Давай-давай-да-да-да. Nice. Вау. А, нам корабль могут повредить. Он ХП есть. Так. Спасибо. Отлично. Мины. Осторожно. Налево. Так, теперь вперед. Я так понимаю, кто-то поворачивает налево или направо, кто-то вперед нажимает. Я так понимаю, ты у нас налево и направо поворачиваешь, правильно? Или я все-таки? По-моему, оба, нет? А, слушай, да.
По-моему, я вообще управляю и стреляю кораблем. Что-то я вообще не понимаю. Так, тихо, тихо, тихо. Налево. А слушай, а может мы просто вперед проедем и все, и успеем? Вот теперь, да. 110, 110. Что 110-то? Все правильно делаем. У вас две пушки. Да, это мы поняли уже. Так. Че, осьминог? Вам отказано в проходе. О! Так, направо. Давай право сначала. Захотелось в морской бой поиграть. О, взрываем, взрываем, взрываем! Ай, рано, блин! Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Надо уворачиваться от этих целей, прицелов. А-а-а, таран! Блин! Все, нас сейчас взорвут, все, все. Все, нас взорвут сейчас. Юрий мы... Леонов ко мне пришел, подарил 10 подарок на подписок. Спасибо огромное. Узнаешь ты? Не сдавайся, не сдавайся! Вперед, поехали! Надо постоянно налево, двигаться. Налево. Какой лево? Ты что, надо этого уничтожить. Все, а теперь к воротам поехали. И налево, налево. Зачем мне надо, не надо? Я думал, что ворот надо взорвать хлопушкой. Не-не-не-не-не. О, Броктус, спасибо. Спасибо, Ю. Ну все, нас раздарили подписками. Под Новый год. Бам. Так, ну, что, пингвины? Пингвины. Стреляй по ним. Не надо, это пингвины, они добрые. Ага, сейчас как сожрут нас. Нет, пингвины не едят никого. Кроме рыбы. Ужас. Они едят сами. Или подожди, пингвины, что же рыба? Вот это ничего себе доброта. А птица? Как там в этом треке было? Плыли мы по морю, ветер мачту рвал. Ай, блин! Ничего себе! Все, мы сейчас умрем. Мы становимся на чекпоинте, где мы здесь в полном хп. Нет, назад, назад! А, не-не-не, нормально. Надо сразу стрелять, да, надо сразу стрелять. Капитан залупа с корабля сбежал! Отлично. Не знаешь, да, этот трек? Нет. Ладно. Ты что, мемами не интересуешься? Кем? Ну, мемы всякие. Интересуюсь, но такое не слышал. Ты в ТикТоке сидишь? Да. То как тогда ты это не слышал? Я стоял на лодке и держал весло. Так, ладно, что у нас тут? У нас разные рекомендованные, походу. Так, ты занимаешься спортом, пожалуйста, отпусти нас. О, отпустил. Все. Все, я же сказал, нас будет главным боссом он. Погнали. Так, 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 чуть-чуть. Ага. Все, теперь ему в лицо, в лицо. В лицо ему. Налево. Так, налево, налево, налево. Чё, немножко это перебрали. Да. Слушай, он какой-то... Он вообще хоть... Он что-то сделает? Сделал, смотри. Он больше на похож на какой-то мармелад, не знаю, жвачку. Блин. Хочется его заживать. О, Аляша. Аляша. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Есть у меня такая. Ой, да, это же ты озвучивал, да? Ну, это не озвучка, это у меня песня старая. Когда еще всякую фигню на тебе записывал. Я специально для нее озвучивал. Ага, сейчас, блядь. Ой. Чё? А, да, делать мне больше нечего, озвучивать ей донаты. Это она мою песню зачем-то сперла и на донат себе поставила. Мне кажется, примерно так осьминог должен разговаривать. Под водой. Мурлок. Ой, я уже не помню, как они там звучат в этом Хардстоуне. Вот так вот и звучат. Блин, а что там за пердун какой справа? Ой-ой! Блин, может мы успеем зарашить его в лицо? Да как, а можно вперед как-то двинуться? Во-во-во, давай, не обращай внимания, игнорируй. Так, назад. Нормально.
А теперь всё. Вперед. Все, давай, давай, вперед. И добиваем. Да что ж ты? Нормально все. Теперь песни про Алёшу на всех музыкальных площадках. В смысле, не понял. У меня трек украли? Отлично. Фух. Больше никогда не покупай Роуз больше, что-то больше, больше, чем с двумя руками. И не пытал... Чё? А, ну он был ладно. Милый и не пытался нас убить, говорит. Так, у меня трек украли. В Spotify есть. Ой, я так и думал, что это когда-нибудь случится. Да забей. В смысле забей? Не. Я с этим буду разбираться. Ты можешь судиться начать за это. Какой-то школьник залил, блин, на площадке мой трек. Теперь... Судись со школьником, его родители. Выдает себя за жеста ВГН, блин. В Apple Music... Да ладно. Ну все. Значит, суд буду подавать. Че, поехали? Е. Ты чё? Я подарил Total Win подписки. Кто? Total Win. Total Win. Такого не помню. Потому что это мой зритель. А-а-а. Ну тогда ладно. Так, песня у тебя на странице, там написано GSFGN, подтвержденный исполнитель. Я ничего не подтверждал, это не я. Ну, короче, понятно, заскамили, плохому парню напишу, мы разберемся с этим. Заскамили мамонта. Просто нулёвый. Нет, это не смешно. А я, может, хотел еще треки записывать. И как их теперь выкладывать буду на площадке? Да. Чё так. Он поднят с помощью шара этот? О, клоун. Мост. Это шар Роуз. Я вообще уже про слоника забыл. О! Здравствуйте. Клоун, это я. Мост опускается только для посетителей замка. О, хорошо, мы как раз идем в замок. Вы хотите встретиться с королевой? А, не-не, мы хотим встретиться со слонихой. О, какой слонихой! Слушай, ты подруга Роу с лапкой. Вон с той слонихой. Ну, это королева. А, точно, да. Роуз подарила слонихе корону. Так Роуз сделала слониху королевой? Ага, видимо. Прекрасно, мы собираемся убить королеву. Что, простите, кого убить? Не-не-не, она сказала любить. Любить и уважать королеву. Да-да-да. Любить и уважать ее, верно? Ясно. Ну что ж, все посетители должны доказать, что достойны аудиенции у королевы. Достаньте вон тот мяч. И с помощью него взорвите шар. И тогда получите разрешение попасть в замок. Прекрасно, спасибо. Ага, давай взорвем этот жуткий шар. Прикольно. Погнали. Ой, ну это опять, ну что тут? Так. Что? А ну-ка. А, мы должны шар катать. А ну-ка. Шар катать, пресс качать. Так, ща ты... А ты одна не можешь его? Ну-ка. Я могу, да, подожди. А, так а что тогда? А могу. Так, стоп. Можешь. Я иду туда, на другую сторону. Так. Давай. Оп! Метро Люблино работами. Отлично. А теперь что? Бля, какой рот. А и куда мы-то? У кого рот какой? У меня. Ох ты, ничего себе. Давай-давай, скорее! А шо? Блин, в смысле, заново? Да. Не, не заново, наверное, отсюда вот, до старой кнопки. Угу. Беги сразу. А, слава богу. Все. А ну-ка беги туда. А ну-ка подожди. Ой, какой котик хороший. Right.
Так, а чего? Фу ты, ёп. Ну, как обычно. Ну, как обычно. Что это? Да я упал. Блин, серьёзно? А у тебя чё? Я уже жду, когда ты выстрелишь мной. А я должен тобой стрелять, да? Фу, ёп. Давай, все получится. Гамбаре, гамбаре, сэмпай! Гамбаре, гамбаре! Так. А-а-а! Ну ничего, постоим, подождем. Потерялся. А где пушка? А, вон. Вон, вижу. Я в ней сижу, да. Так, а можно побыстрее? Оп. Shift. Все, полетело. Давай. Сейчас мимо, да. Давай, да, я тебя. Ни хрена себе, полетел! Чё за... Так, я понял, что надо делать. Во-первых, ты должна отрегулировать эту пушку. Я отрегулировала. Тогда полетела. Да куда я отрегулировала? О! А можно было сразу вон туда залететь в очко. Прям в очко? Да, давай. А зачем тогда эти шарики? Не знаю. Надо выше, выше брать. Ё-моё. Быдло, ты ебаный. Давай я умею в очко. Давай. А, ну а, ладно, блин. Давай ты. И чё? А что такое-то? Ничего не случилось. А что за фигня? Нельзя, так, что давай, ли? Так, давай ты полезай, давай. Так, а что такое? А как залезть туда? На Е. А! Ага. Может быть, всё-таки сначала... Да... Так, ладно, стой, подожди. Давай! Чё? О! Короче, мы должны все уничтожить. Все понятно. А, понятненько. Угу. Так, теперь. Подожди. Давай. Смотри, давай. Ну давай, давай. Стенку? Херач! А как? Ай. Ты что, можешь управлять в воздухе, что ли? А ты не знал? Конечно. Смотри, сейчас, подожди. Давай. Да как ты, что? Почти, прям почти. Пузиком шоркнулся. Так, ладно. Бам! О, прям в цель. Не надо было ждать. Надо было сразу стрелять. Ты как Карлсон, да, летаешь. Ага. Давай, малыш. Так. Стреляй меня вон туда. Стой. Давай! Бля, чего? Эй. А, надо было вообще, наверное, в самый верх, подожди-ка. Нет. Нет. Ну, перебор. Почти. Так, стоп. Отлично. Nice. Так, и что теперь? Теперь они этот шарик куда-то вон туда. Чё так весело? Это мне так весело в эту игру играть. В нее когда играешь, ребенком себя чувствуешь. А поэтому она так, видимо, и задумана. Интересно, а когда дети играют в нее, они как себя чувствуют? Младенцами вообще тогда? Если мы себя ребенками ощущаем, то что ребенки тогда ощущают, играя в эту игру? Ребенки. Ну дети. Зародышами, блин. Ну чат, ну вообще разрывная, конечно. Ко мне пришел Димон в чат и пишет: девки есть в чате? О, Димон. О боже. Ты что? Я ищу. А ты должна равновесие держать. Мне подарили 50 подписок. Что? Ого, как я рад, ура. Ничего себе. 50 подписок. Спасибо, Редискинус. Редискинус, ай ты молодец. Ага. На. Ты что там шлепаешь? Я хлопаю за подписку, за каждую. За каждую? Спасибо огромное. Поехали. Офигеть. Давай. Ты готова? Езжай. Да. Так. А, так это мне надо регулировать, что ли? Езжай, офигеть. Так я...
Я сейчас не понял. Так. Да что? А налево, подожди, налево я. Подожди, направо, тебе не. Или... Ты хоть что-то можешь там? И еще даже 60 подписок, да ты что? Я не понял сейчас. То есть 110 подписок, да? А ты молодец, ты молодец. Спасибо огромное. Как еще раз его никнейм? Редискинус. Редискинус. Вот не помню, есть у меня такой в чате, нет? Это мой зритель. А, это твой? Ну ладно. Молодец, Редискинус. А что ты делаешь-то? А что такое? Паникую. Тихо! Что? А что? Да как так? Да почему назад-то отклоняемся? Да почему? Так, ты вообще хоть чем-нибудь управляешь? Ну я вот вперед нажимаю. И все, да? Ну я вот. Ну вот сейчас вот так вот надо, короче. Все, короче, все, я понял, короче. Короче. Да клоны с нас с тобой никакие. Нормально. Ты что-то как-то ты прям на этом. В лоске от падения. О-о-о-о! Все. Тю-тю! А вообще подписка-то она стоит, что там, 120 рублей в России. А я еще и половину только получаю от нее. Да ладно. Да, у меня 50%. О-о-о! Ну да. 50% Твичу, 50% мне. А у меня 70%. Везет. А вообще, вот в Америке подписка $6 стоит. Да-да. Много. Да вообще дофига, я бы сказал. Фу, ёпта. Это после налогов? Не. Налоги я еще плачу дополнительно. Соверкс, спасибо тебе за 10 подарочных подписок. Спасибо, это, конечно, не 110, но 10 тоже неплохо. А-а-а! Это мы сейчас должны руками, да? Да. Зацепиться. Рязанец старит 50 подарочных подписок. Ты чё? Вы чё такие? Да, я понял, я понял их тактику. Я понял их тактику. Какая? Я понял. Я все понял. Что ты понял? А я не знаю. Туйота. Все понятно с вами. Сейчас умер за вас. А вот Рязанец, что-то я такое помню у себя на стриме, вроде было. Ты видел ТГ, что я писал к 100? Ломака, да видел я, господи, я тебя сейчас забаню за спам. Ты че, блин, вообще офигел? Так, Алина, нам надо... Я пытаюсь. А я не знаю, что надо делать. Нам сходить с руками надо как-то. Так, нет? Стоп. Подожди. Нам надо... Че? Ты что, хочешь ногами схватиться? Не-не, подожди. Нам просто надо... Вот так. А как? Надо на пробел нажать. Нажали. Так, ладно. А, шар надо передать. А-а-а! Подожди, а где я шар-то возьму? А где шар? Нужно знать. А, во! Ой, дурак. Давай. Ты что, опять что ли подарили подписки? Я не понял. Ну да. В смысле? Артём Булич. Вот это уже попал. А вот Артём Булич, вот это мой товарищ. Ну как товарищ, уже не товарищ. Ладно, шучу. А сколько подарил? С 10. А, ну ладно тогда. Не, у нас просто на стриме моем есть такая штука, что если кто-то из моих донатеров или подписчиков там на чужом стриме донатит и подписывается, мы его сразу баним. Потому что он предатель. Ну тебе можно. Тебе можно дать. А, Артём Булич пришел ко мне, одну подписку подарил. Ах ты... Ах ты! А, Рязанец! 31 месяц переподписка. Ах вы сволочи! Так, ты что-нибудь собираешь сейчас сделать? Да-да, забирай! Ой! Все ясно с вами! Оп! Так, сейчас подожди. Так, стоп. Давай еще раз. Оп! Не-не-не. Короче, ты качайся, а я сейчас вот это... Редарк! А Редарк это твой? Редарк. Редарк это мой, наверное.
Домой, наверное, спасибо, блин, уже. Да. Спасибо. А сколько спасибо подарил? Огромное. 10, по-моему. Зеткинс, спасибо за новую платную подписку. Спасибо огромное. А я чё, спасибо, я ничего, спасибо. Я ладно, я поплачу, чё, я ладно. Сколько у тебя подписок? У меня вон всего, это сколько вообще у меня? Ага. У меня 1100. Ничего себе. Миллион у тебя уже? Не кого? Больше. У меня вообще, знаешь сколько? Всего лишь 3300. А у всего лишь, бедненький. Да, это мало, блин, по меркам других стримеров. У меня стримеров тут недавно 900 вообще было, 900. А у меня вообще было 2900, я чуть не умер от голода, блин. Инк Дэвил, спасибо огромное. Суметал Дэд, спасибо. Спасибо. Да вы чё, блин? Это мой, кстати, к тебе пришел. Спасибо большое. А, Суметал Дэд? Суметару Дэд, да. Дэд, Дэд. Спасибо большое тебе за 5 подписок. Ну, хоть кто-то, хоть кто-то. Хоть кто, мой почетный зритель, уважаемый. Не, ну, просто... Total win, total win, total win. Еще 10 подарочных подписок. Ну, ничего себе, а мне нравится такое, кстати. Прикольно. Какое? Ну, так какое вот, вот это все, то, что сейчас происходит с подписками там. Сколько тебе уже, 200, 300 прилетело? Не знаю. Ой, спасибо за битсы, спасибо огромное. Пипец, где там дарят битсы и подписки, а мне в чате пишут поплачь, поплачь. Понятно. Я не знаю, меня до слез хотят довести. Не, они просто, они, короче, свои зрители, они верят в коммунизм, они пытаются уравнять, короче, чтобы у нас одинаково было подписки. Ага, ой, долго придется равнять. Санчес, спасибо за 2 месяца переподписки. Так. И... На тебе в рот. Нормально. Порвали просто с другой стороны. Ничего себе. Мои наилучшие пожелания королеве. Передадим, спасибо за помощь. Ага, спасибо. Идем в замок. Или в замок. Рязанец, спасибо за подарочную подписку. Ты о чем встал? Опять что ли подписки подарили? Я сейчас не понял. Нет, ничего мне уже не дарили. Я просто так уже, ну, постфактум. Джефрюр, спасибо за Hello Kitty. Юсяк, спасибо за подписку платную. Так. Toyota. Поехали. 10, еще 10 от Феникс Лефта. Да ё-моё! Просто стрим закончен. Да, стрим подписок. Поднял бабла, казино 3 топора, блин. Ты как относишься к казино, кстати? Я не люблю казино. Да ладно. Коди, рельсы заканчиваются. О, нет! Я забыл. Я так и не закончил их делать. Ты же спрашивал меня уже про казино. Да я не помню. А мне нравится. О, прямо к замку, как и планировалось. О, видишь, замок, ха. О, смотри, слониха. Она наверху. Ворота должны быть где-то неподалеку. Идем. Юм. Так. Мы... О! Ой-ой-ой, что такое, что происходит? Панакота, спасибо. Таверлин, спасибо за подарочную подписку. Типси, ТВТ, спасибо тебе тоже. Инк Дэвил, спасибо за новую платную подписку. А что так много новых платных подписок? Рейс, спасибо за Джеллифиш. Вау, слушай. Так, все, играем в игру. Это что тут? Кто записи смотрит. Это что тут, люди какие-то ходят? О, день рождения у кого-то, я сейчас по этому тортику буду прыгать. Ха-ха-ха-ха! Ты испортил... Ха-ха! Ой, это ну да, испортил, а чё? Блин, ничего себе, тут прямо, я не знаю, целый какой-то город. Опа! А ты чё, опять подписки там у тебя? Так, что это за фигню мне тут пишут? Какую? О, мы хиповоз добили! 5 уровня! Молодец! Так, сейчас, подожди, не понял. Что там у тебя? Хиповоз 5 уровня у тебя? Да. Так, сейчас. Сейчас тут отвечу.
Ой, ё-моё, 500 рублей, Зеродак, спасибо. Так, ладно, погнали. Чё за игра? Это? Игра года. Лучшая игра года. Лучшая мультиплеерная игра года. И лучшая семейная игра года. Да-да. Мне очень прикольно. Нет, мультиплеерная прям как очень крутая, да, мне нравится. Ух ты. Я этот... Как он называется-то? Ты паровозик, чучу. Как они там эти? Машинист, во. А куда я еду? Спасибо. Джурисдикцион, спасибо. Хайповоз на 1600%. А вот я на этом хайповозе походу и еду. Я машинист твоего хайповоза. Ту-ту! Везем сапки, Алинерин. Так, а что мне делать-то надо? Так, я должна что-то... Подожди, все, не могу играть. Нужно что-то мне подтянуть магнитом, походу. Вот тут я, наверное, должен выйти, да? И пушками пострелять. А, это я... А-а-а. О, Казиныч, так. Да ладно! Блин. Чао? Да я тут на десятку попал всего лишь. Так. А я не знаю, куда где смотри, поезд? Я могу швырнуть гигантский, вот смотри, наверх посмотри. А, вижу, да. А куда его можно швырнуть? Так, сейчас надо подумать. А ты его разве можешь швырнуть? Подожди, вон же, что-то справа у тебя отметка. Справа. А, ты что делаешь? Ой, нехорошо вышло. А что там внизу, я не вижу. А внизу? Да вообще ничего. Ну да, ничего. Ну-ка. Куда? Тогда я швырнуть надо. Так, чат подсказывает. Что-то тут много всего, я не понимаю, что именно должно нам помочь. Вот опять что-то есть. А вот я к тебе прилетел. Мы должны с тобой ворота взломать, походу. А вот я могу ее вверх или вниз опускать? Вниз, вниз. Так, а теперь я? Да. Мы сейчас будем с тобой как Майли Сайрус. I came here like a wrecking ball. I never do 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 do. Мне кажется, у нас не получится. Хотя нет, подожди. Тихо, ты сейчас это полегче, а то DMCA прилетит. Да что ж такое? Да что ж такое-то, а? А, ну все. Постойте, постойте! Мы не собираемся доставать вам неприятности. Да-да, мы пришли, чтобы убить слониху. Убить слониху. Ля какой. Лапку три. Как посмели вы оскорбить королеву волшебного замка? Если коротко, ее величество. Ах, ее величество, мы ее имели в виду, вы отведете нас к ней. Это вообще срочно. Королева не дарует аудиенции обывателям. Ты кого это так назвала, слышь? Это я замок построил, алло. Ёпта. Веди себя прилично. Прошу прощения моего вассала, мэм. Вассал. Мы посланцы с далеких-далеких земель. Мы сопровождаем очень важное послание для ее величества. Давайте его сюда. Нам нужно встретиться с ее величеством лично. Почему? Потому что они хотят убить королеву. Чё? Конечно, я никогда не лгу. Я же док Хаким. К услугам ее величества. Слонихи лапки 3. Королевы волшебного замка. Хват уже, сука. Не слушайте его, ладно, он псих, он вообще сумасшедший. Да неужели? Так почему бы вам не показать послание для величества? А? А вот возьму и покажу. Короче, блин, донат. А, ситуация сложная. Но теперь я совершенно верно, поэтому нет никакого послания. Дело закрыто. Ты там донат читаешь или нет? А все, донат уже все. Донат — это зависимость, но теперь я хочу донатить Алине Рин. Что делать? Донатить Алине Рин.
А? Что? О, мы в тюрьме! Вот толчок. Туюта. Какой о. Милый толчок. Я себе домой такой же хочу. Ой, давно себя так чудесно не чувствовал, да. Вот когда у меня будет своя квартира, я себе такой поставлю. Зачем ты тюрьму-то построил? Ну, потому что во всех замках есть тюрьмы, уж извини. Не, я правил придумал. Ну, кто слышит, алло? Ау! Ну, к счастью для нас. О, побег из тюрьмы! Как в этом, как в роковый аут! В семье инженер. И как в сериале так же было. Ты что делаешь? Это я его построил. У унитаза отсутствует трубопровод. Это же игрушечный. О, прикольно, блин. Семья инженер не ты. Не надо было есть бобы. А! Пух, не пух. Все хорошо. Что-то страшно. Жопу чешь. Итак, ты построил это место. А теперь куда? Вот тут сюда. Давай сюда быстрее. Чё, боже мой. Они такие прикольные. Ты уже мне стражи. Dark Souls. Один в один. Чё у него на голове? Блин, он пукает? Ты или... Это я? Подожди, я пёрнул? Да, да, там даже вид был какой-то. Боже, фу. Чё за хрень? Мэй, я владею магией. У меня есть огонь. Ух вау. Ничего себе. Коди, готовься.